Всем привет! Вы на канале «Есть вопрос», и сегодня у нас будет с вами игра на пространственное мышление, которую, конечно же, мы создадим с вами своими руками. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится лист бумаги, ну, лучше картон, да, формата А4, можно и другой формат, в принципе, но так привычней. Из него мы будем с вами делать карточки для нашей игры, нашей любимой карточки. Карточки выглядеть будут примерно вот так, да? То есть мы с вами сами будем создавать карточки, по которым ребенок будет работать. Каких-то шаблонов, стандартов и прочего я вам сейчас показывать не буду. Проявите фантазию, создайте эти шаблоны сами. Здесь, в принципе, все понятно. Сейчас, когда мы начнем с вами разбирать, вы поймете, что это сделать очень легко. Можете воспользоваться теми шаблонами, которые я сейчас буду демонстрировать вам в видео. Что еще нам понадобится? Нам понадобится для этой игры пластилин, нам понадобятся зубочистки. Зубочистки, опять же, надо оговориться, это материал довольно-таки опасный, поскольку имеет заостренные края, да? Вдруг, мало ли, вы захотите попробовать это делать детками помладше, которые еще не осознают, что зубочистка — это опасный предмет. Поэтому всегда находитесь с ребенком рядом, не оставляйте его, когда вы играете с зубочистками. Ну, понятно, что для создания карточек, да, нам понадобятся еще цветные какие-то карандаши, либо маркеры, что-то такое, чтобы обозначить цвет. Ну и начнем, не будем сильно затягивать, да? Вот предлагаем мы ребенку, например, вот такую карточку. Начинать всегда нужно с простого. То есть вот у меня есть, например, карточка такая, да, а есть карточка вот такая. Конечно, мы изначально, для того, чтобы ребенок втянулся в игру и для того, чтобы он понял, что от него требуется, мы даем самое простое задание. Возможно, вообще нарисовать, допустим, два шарика и между ними палочку, да? То есть эта палочка — это у нас зубочистка, и вот ребенок возьмет шарик. Шарик, конечно же, он катает сам. Я уже приготовила, чтобы сильно не затягивать, да, видео. Но почему я хочу, чтобы дети сами катали шарики? Потому что это еще одно упражнение на развитие мелкой моторики, что немаловажно. То есть мы в свое упражнение, да, в свою игру мы включаем как можно больше вот таких вот моментов. То есть мы занимаемся пространственным мышлением, но при этом мы что делаем? Мы катаем шарик из пластилина, развиваем пальчики, развиваем мелкую моторику. Мы берем зубочистку и нанизываем на нее шарик, мы развиваем мелкую моторику и точность, да, то есть мы должны как бы попасть как минимум зубочисткой в пластилиновый шарик. То есть все это мы не обговариваем, но при этом оно все равно оказывает влияние на развитие нашего ребенка. Вот, в данном случае можно дать первую карточку, вот такую, как я уже сказала, у меня ее нет, но опять же, да, про шаблоны. Рисуем зеленый шарик, с другой стороны зеленый шарик, между ними палочку. Вот такая карточка у вас получится, и ребенок поймет, что это не сложно, да? То есть это задание не сложное, и из этой палочки нам также легко уже создать то, что у нас вот нарисовано на этой картинке. Мы добавляем еще пару зубочисток, соединяем это все еще одним шариком, и у нас получается вот такой треугольник, который изображен у нас на карточке. Вот так. Вот такой вот у нас получился с вами треугольник. В дальнейшем мы там можем проказывать дальше карточку, ребенок создает, например, квадрат. Дальше мы даем более сложное задание — создать домик. Опять же, если вы хотите пообщаться с ребенком, да, и хотите как-то углубить эту игру, мы можем просто предложить ему еще дополнительное задание. Когда мы создали вот такой треугольник, как крыша, да, у домика, и вот такой вот квадрат, мы можем ему дать сначала карточку домик и сказать: а может быть, он у тебя уже есть, этот домик? Ну, как бы как-то можно более легко его создать, когда ребенок начнет собирать, допустим, из зубочисток. И он посмотрит на столе, увидит, что да, вот здесь у меня лежит крыша, здесь у меня, значит, собрался такой треугольник. И в принципе, из этого можно сделать вот такой вот домик, да? То есть это на ваше, опять же, усмотрение.
Но как вариант я бы предложила подумать, да, подумать. Тут уже не только пространственное мышление, но и логическое мышление задействовано. Можно предлагать, например, карточки какие-то более такие творческие, там веселенькие, да, создать человечка, например, вот такого, да. Может быть, какую-нибудь там вы собачку захотите сделать, нарисуйте ее, изобразите на шаблоне, и ребенок ее соберет. Когда ребенок уже освоится и поймет. Можно делать, допустим, плоскостные фигуры, да, которые будут у нас лежать, потому что это сложно поставить. Либо вот мы делаем объемный, когда уже ребенок постарше, когда он уже прям очень хорошо освоился, да, мы можем делать какие-то, создавать какие-то объемные фигурки. Я думаю, что смысл игры понятен. Я думаю, что вас это заинтересовало, и вы уже прямо бежите за пластилином и зубочистками. А я на этом буду заканчивать. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Мы очень ждем ваших комментариев под этим видео. Ну все, пока-пока!